Так, здравствуйте всем. Зашли мы в М-видео посмотреть, какие есть наличия кофемашины. Какие есть кофемашины. Вот здесь выставили они новшества. Ну, я, как всегда, хочу записать. Не могу пройти мимо. Просто сделать обзор кофемашин. Так. Значит, что за это за машина? 27 тысяч. Ну, 28 она стоит. Redmond. Такая вот. Дальше Philips. Такая. Наша вот это Крупс. У нас вот такая Крупс машина. Но мы брали ее дешевле. Конечно, она стоила дешевле. Ну, хорошая. До сих пор мы ей пользуемся. Это вот Грюндик машина. Не знаю, что за машина Грюндик. Нам, наверное, повезло, что мы взяли сразу качественную. Но это было 4 года назад. Сейчас вот такая цена. Но вот с желтым ценником, мне кажется, это со скидкой. А, ну да, супер цена, то есть со скидкой вот. Вот Крупс тоже. Вот эти Крупсы хорошие машины. И вот такой же у нас для капучино. Значит, емкость вот такая вот. Ну, она это что-то вообще дорогая. Так, здесь, значит, кофе. Сразу же предлагают. Так, значит, здесь очиститель молочных систем. 399. А мы чистим таблетками. Мы покупаем вот такие таблетки. Ну, там, наверное, 1000 нужно кружек для того, чтобы... А, я отражаюсь в машине. 1000 кружек нужно выпить, чтобы надо было очищать этот бак, который 373. Ну, 74 вот это вот. Так, ну что, самая, наверное, дорогая, это вот по 100. 99 999. Так, что это за машинка такая? Кофемашина. Вот ее характеристики. Ну, все делает. И латте, и мохито, капучино. У нас тоже все делает. Любой вид. И американо. Так. Эта машиночка, наверное, хорошая. Так, это что такое? Ну, вот еще чистящие какие-то. Одни для капсульных, наверное, машин, что ли. Средства для удаления накипи для кофемашин. Но мы такое не применяем, не знаю, что за средство. Ой, вот самая дорогая. 413 999. Вот это самая, наверное, дорогая. Думала по 100, оказывается, еще дороже есть. Но это, конечно, супер машина. Так, даже есть вот такой вид машины. По 70 тысяч. Вот, ну вот веду медленно, чтобы можно было рассмотреть. Вот, 7 тысяч. 10 тысяч, итальянское качество. Ну, это Витек, я не знаю, Витек. Нам что-то подешевле. Нет. Нет, 18. 18 уже тысяч это пошло. Так, Крупс. Вот есть Крупс маленькая. Вот так вот, вот такая маленькая на машине. Ну, не знаю, у нас побольше. Как бы удобнее. Супра. Кофеварка капельного типа. Вот капельного типа. Ну, я не знаю, такую кофеварку. Она и стоит дешево. Смотрите, по 2000. Это капельного, а этого, это капсульного типа. Вот. Но они какие-то маленькие. На одну кружку, наверное.
вот и по новой надо включать. Так, здесь есть что? Кофеварка. Тоже капельного типа. Так, пошли кофейники. Кофейники, наверное, они электрические. Написано вот 6 чашек. Гарантия 1 год. Так, страна Китай. Так, вот такая есть. Почти 5000. Ну, я про эти не могу сказать. А вот капучинатор мы купили. Вот он наподобие вот такой, только цвет другой. Хороший. Он из холодного молока делает пенку, из горячего. Там получается два у него режима нагрева. Вот капучинатор мы брали. Вот есть хороший этот вот. Ну, только маленько, наверное, другой. Так, что здесь? Ну, кофе это вот такое вот. Это капсульное кофе. Вот оно. Капсульное кофе. Вот такая цена. А вот здесь вот 8 получается латте. Можно приготовить. А вот здесь 16. Ну, что-то цена-то одинаковая. 16. Угу. Так. А это вот адвент-календарь. Там вкусняшки открываешь. Вот эти окошечки. Ну, и там всякие вкусняшки. Открываешь дату. Какая, допустим, дата, ты такого числа и открываешь. Ну, это больше новогоднее. Так, и вот пошло кофе. Ну что, кофе смотрим. Теперь ищем эту жабку все время мы. Чтобы этой жабки не было нарисовано. Это печать с жабкой. Потому что действительно туда что-то добавляет такого, что опасно для здоровья. Вот, вот я пока здесь жабку нигде не вижу. Ну, в общем-то, по кофемашину и все. Эта сторона идет. Сковородки. Здесь микроволновые печи. Вот такая цена на микроволновые печи. И по 11 тысяч, и по 8. Вот, ну вот. Автоматически перешла на микроволновые печи. Ну, наверное, это, конечно, это, конечно, очень много. Но, ну, да. Ну, хотя бы кофемашина засняла. А, машинки швейные, да. Ну, машинку мы купили. Так, ну, в общем-то, все. Все, всем добра, всем до свидания, всем пока.